Было заседание комиссии ТЭП города, потом области, и решением комиссии городской был продлен перерыв в занятиях в школах в связи с ухудшением погодных условий. Если прогнозы не оправдаются, и мы завтра увидим, что погода изменилась, значит, выйдем на занятия в четверг. Но пока решение принято продлить перерыв в связи с погодными условиями на среду и четверг.